57 миллионов тенге. Такую сумму якобы задолжали бюджету учителя и работники школы села Серебряково. В администрации заявили, что 73 сотрудникам, так сказать, переплатили. Самая большая сумма долга 3 миллиона, наименьшая 500 тысяч тенге. Только школьный коллектив с этим не согласен. По их словам, педагоги и другие сотрудники не получали больше положенной заработной платы. Учитель русского языка и литературы Галия Жанабаева в мае узнала, что задолжала в бюджет 3 миллиона тенге. Аудиторская проверка поставила ее перед фактом, что за 2 года ей была переплачена такая сумма. Педагог с 30-летним стажем не знает, что теперь делать. В мае мы получили сообщение об аудиторском заключении, согласно которому задолженность в бюджет составила 2 миллиона 800 тысяч тенге. Мы получаем одну зарплату, не заметили других поступлений. Расчетный лист в электронном виде нам никогда не выдавали, просто писали от руки на листочке. Менеджер сказал, что у меня 2 счета. Я узнал об этом только от него. У моей коллеги открыто 3 счета. Есть и другие с такой же проблемой. Не только учителя, но и младший персонал школы имеют долг перед казной. На некоторых из них даже открыто несколько счетов, и они не знали об этом до проверки. Кроме того, в аудиторском отчете указана заработная плата, но отсутствует сумма по оплачиваемому отпуску. У меня на руках бумаги с 4 перерасчетами. Они считают по-разному. Сначала сумма долга была 2 миллиона 296 тысяч 372 тенге. Сейчас уже 1 миллион 317 тысяч тенге. Я с этим не согласна и не буду платить. На 76 человек долги повысили. Мы не будем платить. Очень сложно сейчас. Мы все в стрессовом состоянии, и в этой обстановке нам приходится работать. Наши летние каникулы прошли в таком нервном напряжении. Нас вызывали по этому вопросу. Мой долг 789 тысяч тенге. Проверка в Серебряковской школе проводилась за период с января 2021 по ноябрь 2022 года. В итоге были выявлены нарушения законодательства в Департаменте экономических расследований, на рассмотрении 2 дела. Бывший главный бухгалтер Светлана Жапарова отстранена от работы. В управлении образования придерживаются мнения, что учителя все же получали эти деньги, просто не сознаются. Доказано, что 73 работникам необоснованно перечислили 57 миллионов тенге. По закону они должны вернуть эти средства. Есть и нарушение бухгалтера. В программу были внесены неверные суммы. Сейчас на бухгалтера заведено уголовное дело. Ждем решения суда. В школе сегодня работает 41 учитель и 25 сотрудников младшего персонала. Знания здесь получают 225 детей. Сейчас в учреждении образования работает независимый аудит из Алматы, так как коллектив не согласен с решением госаудита. Если ситуация не изменится, то педагоги намерены подавать коллективное заявление в суд. Екатерина Шмидко, Эрбек Сариев, Алихан Есказиев, Акжаик Акпарат.